Я бы хотела назвать победителя нашего проекта «Усовершенствуй тело за 10 недель». Are you ready? О, снова видеокамеры. Мы уже соскучились по ним. Привет. Я уже готов. Я уже приготовился. Иди, взвешиваться. Я себя чувствую просто пушком. Здравствуйте, привет, доброе утро. Привет. Привет, привет. Как? Готова? Конечно, как всегда. Вешу 56 килограмм. Ну, многодетный, маму еще мне покажите, которая в таких габаритах, пожалуйста. Я это сделал. Я очень доволен. Даже с тем, что я раньше ушел, но результат у меня, в принципе, неплохой. Главное продолжать. Такие проекты, они очень интересны в том, что люди, которые этим не занимаются, этими вот вещами, они как вот втягиваются. Можно посмотреть, как они теперь будут втягиваться финансово, тратить свои деньги на новую одежду. Хотим поблагодарить наших тех людей, которые нас мотивировали, с нами занимались, уделили нам время, переписывались с нами, дарили позитивные эмоции. И как бы мы вот хотим, ну я думаю, это же как-то... Понимаешь, что ты понимаешь, что это тебе? Это же это от всех нас, для тебя, Алена, спасибо большое организаторам, Universal, Актису большое за это спасибо огромное. За такое. За такой прямо проект чумовой. На достигнутом результате я ни в коем случае не остановлюсь. Я буду добиваться дальше поставленной своей цели и обещаю, что на следующий год выступлю в фитнес-бикини. Спасибо тебе. Анатолий Кюрс похудел на 12 килограмм. Нищеряков Роман на 14. Василий Татаров. Похудел на 2,5 килограмма жировой ткани, он скинул, и набрал 700 грамм мышечной массы. А Куденникова Ольга скинула у нас, получается, килограмм 600 грамм жировой ткани и набрала 600 грамм мышечной ткани. We'll be right back.
всей души хочу поблагодарить всех людей, которые голосовали за меня. Действительно, очень много откликнулось на эту просьбу. Очень много людей, которых я уже давно не видел, не слышал, которые живут в других городах, они узнали об этом проекте, пришли и проголосовали. Спасибо вам большое. Дорогие подписчики и все те, кто за меня голосовал, хочу выразить вам огромную благодарность. Если бы не вы, то я бы не прошла в пятерку, не в первый этап, ни сейчас бы не оказалась на этом месте. Спасибо вам огромное, я вас всех очень люблю. Победителем проекта «Совершенствуй свое тело» от фитнес-клуба Universal Sport становится... Барабанная дробь. Та-дам! Роман Мещеряков! Честно говоря, шаг в новую жизнь, то есть первый самый тяжелый шаг я уже сделал, втянулся, мне сейчас понравилось, реально понравилось. На самом деле мы готовились к победе, и для нас это логичный совершенно результат. Хотелось бы сказать благодарность всем, спасибо большое Актису, клубу Universal, нашим тренерам, маркетологам, видеооператорам, тем, кто брал интервью. Проект закончился, конечно, мне очень грустно, потому что все эти месяцы мы уже стали как одной семьей. Как-то я уже, честно, я готовилась к этому дню, но все равно все это волнительно. Я уже не представляю свою жизнь без проекта. Оля, да, вот за нее прямо искренне, конкретно рад, потому что она вот именно тот человек, который реально заслужил это. Пускай маленько не хватило, но для меня она победитель. У меня теперь есть сертификат. Я, конечно же, буду ходить, посещать Universal Sport, дальше заниматься, совершенствовать свое тело. Тем более в Universal откроется 25-метровый бассейн, в котором будет еще больше возможностей усовершенствовать свое тело. Наша команда должна победить. Моя команда, а твоя команда. А ты, может, поспоришь на что-нибудь? Раз, два, три. Проспорил, как говорится, проиграл, делай. Беги, Вася, беги. Ран, Вася, ран! Пыщ, пыщ. Пыщ. Можно мне в бассейн прыгнуть? Да, вот, считай. Нельзя, да? Пусть до Китая идет. Ран, 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 Вася, ран!